на канале Кейн, и я снова устроился работать в пиццерии в Роблоксе. Work at the Pizza Place. Называется у нас так режим. Бомжевала на улице, и меня жизнь снова покрутала, и я устроился снова зарабатывать. У меня уже 14500 есть. Опа, что там за пожар на кухне у вас происходит? Пожалуйста, потушите. Это не так работает. Работает вот так. Открой огнетушитель. И тушит. В чем проблема так сделать? И это все выкинуть. Я еще и поваром стал. Ну давай, просто для приличия покажу, как делается пепперони. Вот так мы делаем. И закидываем все в печку. Открываем вот эти все печи. У нас кассир. Можно кассира? Все, пожалуйста. Работай на кассе, а я буду работать поваром. Это будет, так сказать, логично. С точки зрения Roblox. Иди на кассу. Иди на кассу. Зачем ты поваром устроился, если ты кассиром работал? Кто еще заказы принимать будет? Не знаю, кто это. Ну давай на кассу, ладно. Фиксируй. Давай работаем на кассе. Говорить. Это, кстати, менеджер. Менеджер. Он следит, как я работаю. Надо перед ним, как сказать, выделиться, чтобы он мне дал премию. Посмотрим, что он там. Выделит, не выделит, не. Так. Сырная пицца. А он за меня принял заказ. Окей. Да, я приму заказ. А. Мне не дают мне. Менеджер, зачем ты пришел сюда? Так, что по домам у нас? 14900 для дома надо. Так, машины едут или не едут? Да, я хотя бы у тебя заказ приму. Я готов. Привет, чем хочешь прикусить? Секунду. А, он даже заказа не будет выполнять, я понял. Так, хорошо. Давай я пока устроюсь поваром. Оп-оп-оп, это сырно готово. Раз-раз-раз, сырно готово. Так, раз-раз-раз, сырно готово. Раз-раз-раз, сырно готово. Раз-раз-раз, пепперони отправить. Все, готово, отправить. Отправить. Раз-раз-раз. Грибная. Спидраним по пиццерии. Вот так вот работают люди. Так, раз, раз, раз. Еще одна грибная. Пепперони. Оп. И одна вот эта. Водичка. Раз, 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 раз. Отправить. Давай еще заготовочку сделаем. Отправить. Отправить. Тут у нас сыр я это насыпал. Так, сюда. Тут у нас чем? Так, сырная одна. Одна пепперони. Грибная. А, грибной нет. Ну, пусть будет. Так, раз, раз. Сырная. Готово. Там побыстрее заказывают. Ага, спасибо. Так, раз, раз, раз. 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 А все, он ушел, слышишь, да? Он ушел? А, он там еще. Заказики можно еще делать. Собственно, с одной пиццы готовы мы получаем по 10 рублей. Ну, неплохо, кстати. Можно устроиться на кассире и не мешать мне на поварной кухне работать. Так, раз, раз, раз. А куда пицца моя пропала? Кто мне все закрыл? Ладно.
А, на ней уже тараканы почему-то появились. Раз, 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 раз. Поехали. Сортировочку. Оп. Оп. Смотри, можем вот так много заготовочек сделать. В принципе, неплохая такая идея. Раз, отправить, отправить, отправить. Это у нас пусть пока тут лежит. Заготовок наделал. Сейчас повсюду сыр надо раскидать. Сыр, 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 все. Так, сыр вы закажете? Кто-нибудь у нас есть на кассе? Зачем ты сюда ходишь? Вот так себе, поняла? Угу. Теперь с грибочком. Может, он мне премию выдаст? Чего он не выдает мне премию? Кошка. Это закроем. Ага. А, все. Алло, заказы будут? Почему я должен ждать заказа повар? Как за кухней там? Бай. Так, раз это... Удвоенное время, сейчас x2 будет. Еда. x2, точнее, денег. Так что надо как можно быстрее все делать. Так, это... Мне x2 выручка, получается, будет. С каждого товара по 20. Наверное, как можно больше всего сделать. Он сейчас хочет все сделать за меня. У тебя не получится. Все мое. Не тронь, пожалуйста. Главное время, отправляйся. 20 рублей. Да бляха муха, не мешайся. Чем ты мешаешься? Отправь. 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 Уезжаем. Или это не надо, да? А это надо. Все, и ты финально. Еще сыром. Че она как-то хреново закрывается? Пепперони. Пепперони. Грибами. Тут уже хардкор погнал. Так, сырное одно нужно. Отправить. Так, это я уже спидраню. Она не отправляется. Там уже конвейер полный. А, отправляется, нормально все. Справляюсь с полной посадкой. Там, по-моему, три повара даже не могли справиться, когда я играл в пиццерию. Три повара просто не смогли это сделать. А тут один все справляется. Уже, смотри, сколько мы накопили. Снизу справа. 400 рублей. У нас снова уволили из кассира. Я не знаю, зачем вы это делаете. У меня сейчас куш не будет падать. Бежим на кассу работать. Здесь нам тоже будет платить столько. За заказ по 20. У нас остается 20 секунд удвоенного времени. Посмотрим, как нам дадут в конце. Сейчас мы по-бырому как можно больше заказов выполняем и получаем, собственно, прибыль. С этого самого. Какую водичку хочешь? Я возьму водичку. Возьму. Давай, последние два заказа успею сделать или нет? Один успею, второй не знаю. Быстрей. То, что она долго думала, мы не успеваем. Может, это... Сейчас посмотрим. Последний заказ. Скажи. Сырное. Все. Военное время кончилось. Мне дали 531 монетку. Монету дали. Мы берем и покупаем двухэтажный дом, который я копил очень долго. Вот такой у нас дом становится. Не становится, а вот такой у нас дом теперь становится. Друзья, если вам понравился видосик по пиццерии, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на мой канал Кей. Всем до скорых встреч и всем пока-пока.